Так, ребятки, продолжаем. У меня когда-то пару лет назад, наверное, в 18 или 19 еще году до локдауна, я заснимала, что мы люди, там, что покупали, то, что я выбрала, то и засняла, показала, вспомнила, напомнила себе. Что-то тоже что-то любит подобное. Это пицца легенькая, вот такая. Карлос сын и Криспи шпинач энрикота. Тоненькая сын и Криспи. Тонкая и хрустящая. Делимся. Это морозилочку пойдет, когда там захочется пиццу. У нас есть другие там с пепперони и сыром. А это такая с овощами. Шпинатик и рикотта. Сыр и рикотта. И грибочки. Да, грибочки. Машрумс as well. Тоже грибочки. Так, на это напиточек Нейсона. Нейсенс. Где мой? Мой здесь. Там мой. Мальчик говорит, что они еды не видели. Все видели, но просто каждый свои предпочтения, то, что любит. Иногда вот хочется поделиться. Каждый что-то хочет показать, что он любит и хочет, или не хочет. Кто хочет, кто не хочет. А я просто себе на память заснимаю раз в год, раз в два года. Мы продолжаем пользоваться. Иногда я масло покупаю, бата, иногда sunflower spread. Это хорошая цена. 67 пенсов. Потому что обычно фунт, минимум фунт. В Marks & Spencer, ну, я за 80 беру. И здесь на 80 пенсов. Поменьше жира. 30% less fat. Dairy free. О, что? Dairy, да, это sunflower, значит, у нас без жира. О, сори, без молока, dairy. Без молока, подсолнечный такой спредик. Для сэндвича взяла курочку. Запеченную roast chicken, British. Хани рост. Люблю ветчину. Это немножко ветчины с медом. Хани рост. Медовая. Запечена с медом. Так, если у нас тут код, это у нас треска, да? Треска. Надо такую попробовать, потому что давно жвал, где не было. Такие два кусочка. Тоже мы иногда сделаем. Иногда я чуть-чуть там третью часть, а Нейсону две третьих надела кусочек. То у нас же полок был, то та рыбка. Полок надо перевести на русский, а это треска. Код. Такие. Ну, рыбки стараемся кушать. Это пойдет в заморозочку. Такой. В морозилочку Yellow Soul. Один лимончик и петрушка. Вот. А второй чесночок и хелп. И приправки. Тоже надо перевести желтый, как его там, Yellow Soul. Как-то не переводится, надо вспомнить. Как-то знала, что это значит за рыба. Надо посмотреть, прогуглить, напомнить себе. Так, приседаем постоянно. Так, что мне вот в Алди нравится, что там подешевле. Подешевле эти fish fingers. И за фунт 39, за фунт 40 можно купить 15. Иногда хочет там с чипсами или с веджами. Веджи такие. Картошечки, кусочки запеченные. Хочется. Ну и хорошо, надо такой быстрый ужин. Рыбка. Фингас. Пальчики. Буду правильным пальчиком показывать. Рыбные пальчики. Такой быстрый ужин. Огурчик взяла тоже. Они примерно одна цена у нас в магазине Сауди. Так.
это хорошая цена за 34 пенса. Галик багет. Чесночный багет. Какой вкус такой? Иногда простой хлеб кушаешь, а иногда хочется с чесночком. Такой там чесночок, маслица, багетик. Немножко разнообразный такой вкус от обычного. Дальше у нас взяла два сока, потому что вам у нас подороже. Фунт 50 за фунт 20, значит, а этот фунт стоит. Ну, 20 пенсов, но тоже, ну, каждый раз где-то 20, 30, 50 или еще разница. И потом оно и 5, и 10, и 20 фунтов экономишь. Потому что тратится, но все добавляется. Вот взяла не с концентрата, а обычный apple juice, обычный яблочный сок, не с концентрата. Never from pressed. 1 литр. Так, ну раз яблочный, обычно я бы брала один, если он там в Марксе подороже. А так я взяла два, потому что... А вот этот был 90. 89, значит, 90. Я все округляю, 90. Ну, есть разница, 90 пенсов или фунт 20, или фунт 50. Так, ну здесь у нас... Я люблю без кусочков, смус. Без кусочков гладкий апельсиновый сок. 100%. Да? 100%, да. 100% прест, где тут говорят, да, пьюа. Мороженка думала, брать не брать, и выбирала, посмотрела на более дешевое, посмотрела состав, там всякие порошки, там не молоко, цельное молоко. Здесь решила выбрать более качественное мороженка с карамелькой за 2 фунта уже. Начинает таять, быстренько его в морозилочку. Называется Real Dairy. Настоящее молоко. Настоящий молочный продукт. И вот что я тут рассматривала, ингредиенты. Цельное молоко 60%. Вот тут карамелька, потом крем. То есть, ну понятно, что мороженка-то тоже как угощение. Нужно по чуть-чуть, не сильно много. Но если оно из качественного, называется real, настоящий молочный продукт, то, конечно, и вкус такой получше, а не то, что дешево и невозможно кушать. Так, ну до следующей серии, я думаю, это будет последняя уже из наших предпочтений кулинарных. Кому интересно?